Привет, меня зовут Саша, а это мой дом мечты. На крыше дома установлены солнечные батареи, которые преобразуют солнечное излучение в электроэнергию. Также можно использовать ветер для выработки электричества. Для этого использую специальные механизмы, ветряки. Используя энергию земли, воды, ветра и солнца, мы перестанем загрязнять окружающую среду и сэкономим ценные ископаемые ресурсы.